Тема 818. Мобильное бомбоубежище. Эта идея может научить нас трем вещам. 1. Один и тот же предмет можно использовать в разных целях. 2. На войне можно зарабатывать, не продавая оружие. 3. Модульность, мобильность и сборно-разборность – это новые полезные качества крупногабаритных предметов. Одна эстонская фирма. Термели. Из труб большого диаметра делает мобильные сборно-разборные бомбоубежища со всем комфортом. И может построить не только бомбоубежище, но и настоящий подземный город. Каждый такой модуль имеет размер 6×2,4 метра. Есть помещение для отдыха, где можно спать. В такой капсуле могут поместиться 12 человек. Как отдельный модуль, так и всю систему можно подключить к электричеству, вентиляции, водопроводу, канализации. И каждая такая оборудованная подземная комната стоит от 18 до 35 тысяч евро. Материал – полиэтилен. Поэтому эти трубы достаточно легкие. При этом они прочные, стены выдерживают удары 150-миллиметровыми. Снарядами. Установить подобный модуль под землей можно за 1.5 часа. Так как в мире всегда где-то идут войны, такие бомбоубежища очень востребованы. Эстонская фирма продает их в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Пакистан, Бахрейн, Индию, африканским странам и недавно начала поставлять на Украину, заказчик НАТО. Еще одна полезная черта этих бомбоубежищ в их мобильности. Сегодня стреляют в одном месте, завтра в другом. Берите модуль в том месте, где стрельба уже закончилась, и просто устанавливайте его в том месте, где стало опасно. В какой-то степени это экономия денег и времени. И именно это свойство, мобильность, позволяет мирной эстонской фирме зарабатывать на бомбоубежищах, устанавливаемых в совершенно других странах. Модульность же этих сооружений позволяет с минимальными затратами удовлетворить любые запросы заказчика, не создавая отдельного проекта. Нужно спасти 12 человека, пожалуйста, модуль на 12 человек. Нужно сохранить жизнь 120 человек, нет проблем, просто поставляем 10 готовых модулей. Какой можно сделать вывод? Создавая нечто готовое к эксплуатации, мобильное, сборно-разборное и модульное, можно сподвигнуть потенциальных покупателей купить вещи именно у вас, а не искать производителей на месте. Вот так зарабатывают производители мобильных домов, сараев, кухонь на колесах и тому подобных вещей. Они все это делают в своей какой-нибудь деревне, а поставляют по всему миру.